За нами чисто. Боже. Смотри. Одни руины. Ага. Я вижу. Слушай, там еще есть живые. Мы ее найдем. Да. Она должна быть где-то там. Столько мертвых. Ужасно. Черт. Надеюсь, там, где мы жили, дела получше. Все так изменилось. Даже не знаю, где мы. Идем. Дом в той стороне. Глазам не верю. Все пропало. Ничего нет. Посмотрим, нет ли здесь тех, кто за нас. Может, кто выжил из отряда Фиджеральда. Откуда здесь такое? Смотри, что это? Я такого раньше не видел. Я тоже. Откуда они только это взяли? Вход очищен! Паритина! Тоннел Шенето! Царе, чё, Кильдр газал? Ничего? Усор! Зачем сюда? Кильдр атак биться? Кильдр биться? Наш лидер не биться! Не губи! Эй! Шшш! Слушай! Конь, конь! Чуть не задело. Надо внимательнее смотреть. Охрана еще тут. Может, это и к лучшему. Пригодится. Надо идти! Скорее, скорее! Эй, вы! Мы свои! Подождите! Нам не помогут. Мы знаем, куда идти. Застряли. Здесь тупик. А если платформу расчистить, то, может, и пройдем. Ладно, идем. Тихо. Мне ясно, как она держится. Go!
Держите! Откуда же эти черти лезут? И почему они не уходят? Город в руинах. Зачем-то он им нужен. Раз они тут роют. Черт. Мы не знаем даже, откуда они взялись. Вот это мы скоро узнаем. Да. Дожить бы только. Бедняга. Уходим, пока новые не пришли. Подержи. Кто первый? Ладно, ты за мной. Да-да. Несколько секатры, битва! Несколько секатры! Все мертвы! Надо быть осторожней. Они тут повсюду. Всех не победить.
будет заряд для гравлинка. Посмотрим, что они могут. Черт, а это что? Пригодится. Они из той штуки лезут! Зови ее! Я больно! Должно помочь! Смотри, там стена сломана. Кажется, можно пройти. Ох ты, роют проходы прямо в город. Откуда же они лезут, черт возьми? Может, живут под землей? Нет, не сходится. Если бы они жили под землей, не стали бы заставлять нас копать. Тут другое. Уже близко раз. Еще пара кварталов. Еще пара кварталов. Подтолкни-ка! То, что влетим. Типа парим. Попробуем! Это не так уж и трудно. Перелетай от предмета к предмету. Эй! Вон твой дом! Движемся дальше. Снова на земле. Так, прибыли. Не волнуйся, Ди, все будет хорошо. Лейла? Лейла! Черт возьми, где ты? Тогда-то меня и осенило. Жизнь кончена. Незачем больше жить и не за что сражаться. Все просто потеряло смысл. Детка, ты здесь? Но надежда может искажать реальность. Казалось бы, самым причудливым образом. Ну где же ты? Ее не было. А без нее, без мысли, что она где-то рядом, я бы просто сел и сдался этим гадом. Надежда порой обманывает. Как и все, кому ты по-настоящему веришь. Папа, я хочу тебя спросить. Дэвис, там перестрелка снаружи. Может быть, патруль. Надо посмотреть. Нам тут нечего делать. Нам надо уходить. Ты обещал, что мы поедем с тобой на край. Обещал. Мы вдвоем. Пошли. Со мной.
Вставай! Спустимся туда! Бери винтовку! Огонь! Вперед! Эй, ты, твою мать! Их там очень уж много! Займите оборону! Посмотрим, удастся ли нам их сдержать! Даю низкую! Это еще кто? Смотри, эти на нашей стороне. Да, это точно, раз бою с ретадорами. Мы можем их сбить гадом, а потом узнаем, кто они. Надо его снять! Сделаю. Завали! Черт! Опять! Оставайся, снимай! Эйдинг! Карабну низкой гравитацией! Боже, ты посмотри, какой здоровый гад! Вот что значит вовремя. Еще бы пара секунд, и все. Тихо. Кто такие? Я Бэнкс. Это вот Гаррисон. Свободные люди. Свободные? Все, кто остался. Мы объединились, чтобы сражаться и бить лютадоров в их же тылу. Нам лучше быть вместе. Если не будете в нас стрелять. Это моя дочь. Видели ее? Давно ее видел? До вторжения. Эх, жаль. Не найдешь ты ее. Поздно. Заткнись, сука! Тихо. Не ты один потерял близких людей. Слушай, есть шанс, что ее забрали в лагерь Текаль с другими детьми, но я... Где этот Текаль? Точно не знаю. Видимо, это их штаб. Мы пытались его найти, но теперь нам не на чем ехать. Вы поможете нам найти лагерь, а мы возьмем вас с собой. Подробнее. Здесь недалеко есть командный центр лютадоров. Вы туда проберетесь и узнаете, где лагерь. А мы захватим лютадорскую машину. Вот, возьми, будем на связи. Что скажете?
Я Дэвис Рассел. Это мой напарник Лео. Мы поедем с вами. Все, бойцы. Идем!